парадных ступеней Большого дворца, золотых статуй фонтанов Петергофа, в тот день ему хотелось уйти как можно дальше. Была жгучая обида. Она слепила не меньше, чем июньское солнце. Хотелось услышать мерный шум волн, успокоиться. Но, оказавшись на берегу, пред бесконечным простором моря и неба, Василий Андреевич Жуковский почему-то сильнее ощутил унижение. Почувствовал, как он слаб и одинок. Во время занятий с Жуковским будущий царь Александр II, не дослушав своего наставника, внезапно встал и вышел из комнаты. Миновав его, словно тот был предметом неодушевленным. Вернувшись к себе, Василий Андреевич записал в дневник. Это было неприлично. Мое влияние на него ничтожно. Великий князь ленив, эгоистичен, не любит знания, сердце его дремлет. Мечта дать России просвещенного, гуманного царя не осуществилась. Хотя воспитанию наследника престола Жуковский посвятил всю жизнь. Пришлось даже оставить стихи. Его взгляд остановился на гравированной миниатюре. Она повторяла портрет Жуковского, написанный Кипренским. Сколько же лет прошло? Последний луч зари на башнях умирает. К 30 годам Василий Андреевич Жуковский стал первым поэтом России. Был он тогда худым, высоким, смуглым, с черными кудрями, едва закрывающими плечи и воротник белоснежной рубашки. Портрет этот нравился Василию Андреевичу. Кипренский сумел показать его в момент творчества, будто прислушивающимся к своим стихам, к рождающейся музыке еще неведомого миру слова. «У Жуковского сердце на ладони», — отозвался однажды о нем Константин Батюшков. Но вспомнились ему и недобрые взгляды, что не раз из блеска придворной толпы перехватывал на себе Василий Андреевич. И завистливый шепот за спиной, мол, продал он поэтическую лиру за 5000 годового жалования, генеральские чины, близость к державной семье. Да, многие были склонны видеть в нем не поэта, а хитрого царедворца. Несправедливо. Но разве объяснишь каждому, что нет ни двойственности, ни ложной тайны в его душе? Цель жизни для него была в том, чтобы добрым делом служить людям, будь то поэзия или государственная должность. В воспитании наследника, как и в стихах, он искренне видел свое призвание. Василий Андреевич достал из письменного стола свои рисунки, почти забыл об их существовании. Он рисовал всюду. В его рисунках Россия и Европа как бы объединялись, сливались в одно духовное пространство. Любуясь памятниками искусства в музеях европейских столиц,
останавливаясь у древних соборов и дворцов, он не раз произносил шепотом свои стихи, обращенные к Европе. «О сладкий час, о вечер незабвенный, как Божий рай цвела там страна, безоблачен был запад озаренный, и свежая на землю тишина, как ясное предчувствие сходило». Да, то был романтизм, живая ветвь европейской культуры, наиболее удачно привитая на российской почве, конечно, им, Жуковским, первым русским романтиком, как стремление ко всеобщей свободе, любви, миру, просвещению, благу и счастью. Лицеиста Александра Пушкина Жуковский называл «сверчок моего сердца». В стихотворении к портрету Жуковского имелся в виду именно портрет работы Кипренского. Пушкин сказал о своем первом учителе в поэзии: «Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль, и внемля им вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость». В ответ на подарок Пушкина, первое издание «Руслана и Людмилы», Жуковский послал ему другой свой портрет, гравюру Эстерайха с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». И тот же Орест Кипренский спустя 7 лет напишет портрет Александра Пушкина, уже тогда признанного национального деятеля. Пушкин вполне разделял устремления декабристов. Он был своим человеком на их шумных собраниях. Жуковский не раз спасал его от беды. Ссылка в Сибирь за оду «Вольность», как решил царь, по ходатайству Василия Андреевича была заменена ее автору службой в Молдавии. Жуковский не раз дружески ободрял Пушкина в письмах в Михайловское: «Плыви, Силач, я тебя обниму». Он предотвратил первую дуэль Александра Сергеевича с Дантесом, но не смог уберечь от второй. Смерть Пушкина потрясла Жуковского. Василий Андреевич был свидетелем его кончины и нарисовал поэта в первые минуты его неземного бытия. Отцу Пушкина писал об этом: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго смотрел ему в лицо. Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?» Быть с декабристами Василий Андреевич отказался. Даже во имя великой цели нельзя приступать к закону. Но делу свободы можно послужить другим путем. Наследника престола он старался воспитывать по-европейски. Дух вольности, которого так боялись при дворе, не руководил будущим царем, но семена брошены. Нет, Жуковскому не в чем было себя упрекнуть. Минуты обиды, слабости, что ж это бывает, но жизнь прожитаем не напрасно. Рядом по-прежнему люди, дорогие сердцу: Крылов, Гоголь, Глинка, в памяти Карамзин, Пушкин. Кто знает, может, и его судьба в чем-то определит духовное лицо эпохи. Thank you.